Что, вечер сильной независимой женщины? Так, крашу волосы. Нанесла эту маску. Она с блестками. Новая версия черной маски. Можно идти на Новый год. Ну а чё? Корпоративный праздник. Все, сажусь смотреть сериал. Жду, пока застынет маска. И пока покрасятся волосы. Красота – страшная сила. Доброе утро. Ну что? Покраска моя закончилась. Волосы мои целы. В общем, претензий к краске нету. Единственное, только седину она не закрасила. А так все хорошо. Ну так, скажем так, освежился, цвет освежился, но седину она плохо взяла. Ну ладно, творческий эксперимент тоже имеет место быть. Угу. Еще пришла хорошая новость. Мне на почту в наше отделение пришла первая посылка из Джума. Там серьги, бижутерия. Короче, надо сходить ее забрать. Ну вот вы знаете, сейчас начнут приходить еще другие, там их еще, по-моему, три будет. Я так думаю, может мне дождаться их всех, потому что они, ну, в принципе, заказы сделаны там в разнице в 1-2 дня, то есть, соответственно, они и приходить будут, ну, с такой же периодичностью. Может быть, дождаться и все вместе забрать. А еще, кстати, у нас почта некоторые небольшие отправления прямо в почтовые ящики кидает, чтобы люди не приходили, не стояли там в очередях. А очереди там у нас работает один оператор, второй оператор просто сидит, но она, может быть, там вносит посылки или еще какие-то, у нее какие-то другие функции. Не знаю точно какие, но какие-то другие. И, соответственно, этот один оператор, естественно, работает медленно, плюс программа постоянно зависает. В общем, короче, Почта России – это филиал ада на земле. Так что я, в общем-то, надеюсь, либо то, что мне кинули в почтовый ящик, либо несколько дней я подожду, дождусь, когда все остальные посылки придут, и тогда заберу все вместе. Ну, такие вот дела. Сегодня у нас опять солнышко, можно будет поехать посмотреть закат. Я так предполагаю, что сегодня он тоже будет красивый. Сегодня у меня никаких подработок нету. Выходной. И это прекрасно. Вся моя черешня уже желтая. Смотрите. Желтая, облетает. Она поздно скидывает листья. То есть черешня не такая, не быстрая. Она поздно скидывает листья. И вот когда она уже скидывает листья, тогда уже точно зима близко. Фиалочки мои продолжают цвести и радовать. В общем, жизнь прекрасна. Слушайте, все обещаю показать яблоки. Во-первых, это те, которые я делала вчера. Ну, то есть первый день сегодня стоит. Смотрите, они не меняют цвет. То есть там в том сорте яблок некоторые почернели, да, с самого начала. А здесь, видите, никаких изменений не произошло. Ну, раствор начинает мутнеть, но он, в принципе, и должен мутнеть. Ну, здесь такая красота. А, пойдемте на балкон, покажу, что на балконе с теми яблоками. Так, вот эти яблоки стоят на балконе. Видите, у них процесс брожения идет. Вот почерневшие, ну оно, по-моему, тут одно такое, а нет, не, вот эти тоже, видите, меняют цвет. Но этот сорт Семеренко, я в интернете так и не нашла информации, можно ли их мочить, ну, в общем, попробовала, потому что, по сути, это тоже осенний сорт яблок. Ну, вот эти стоят здесь.
процесс идет. У меня сегодня есть еще дело. Морковку почистить, помыть. У нас детки так веселятся. И ее на терочку и заморозить. Потому что я не знаю, как иначе. У меня иначе морковка вся сохнет. Я, блин, покупаю, типа, чтобы не ходить в магазин, в случае, если она нужна. Поэтому только вариант с заморозкой. Не знаю, как по-другому. Котики едят. Время 5:00, 5:30. Хочется, конечно, поехать посмотреть красивый закат. Но что-то так дома хорошо. Что и выходить-то никуда не хочется. Вот бывают такие дни, да? Что, тадам, с морковью покончено. Знаете, надо не класть перед собой, а брать и делать. А я могу, знаете, положить на стол, и она мне на столе и завянет. Поэтому я сегодня решила взять и сделать. Все, кладу в заморозку. Потом очень просто открываешь, любой там кусочек отламываешь, используешь. Да? Так, все, включила свет. Закат, естественно, не успела. Тут то да сё. Яблочко себе порезала. Ну, собственно, сейчас буду отдыхать. Не, я и так сегодня целый день, честно говоря, отдыхаю. Ну, хотя домашние заботы, домашние дела, стирка, уборка. Не знаю, можно ли назвать отдыхом. Но куда без этого. Помощности по дому нет, поэтому приходится все самой. Что я хочу еще сделать? Я хочу... Может быть, сегодня вечером, может быть, завтра, не знаю сейчас, как настрой пойдет, приготовить халву. Да-да, в домашних условиях можно сделать халву. У меня есть рецепт в мультиварке. Ну, по-другому я не могу сделать, у меня только мультиварка. Но, в принципе, это можно сделать на любой сковороде. На газу, на электрике. Ну, короче, это не принципиально. Навеяно у меня это желание тем... Это котики немножко побесились. Навеяно у меня тем желание тем в великолепном веке. Там всегда у них, когда что-то хорошее случается, они давай гаремы сладостями кормить. И вот там им делают халву, и они едят ее ложкой. Вот, собственно. Поэтому мне тоже захотелось сделать такую халву. Буду снимать, конечно, рецепт. Самое интересное, что получится. Там, в принципе, много не нужно ингредиентов. Все очень просто. И еще в планах я хочу приготовить кекс с сухофруктами. Тоже по рецепту. Но опять же, все будет зависеть от настроения, когда это случится. Главное, сухофрукты пока есть. Надеюсь, я их не доем до момента приготовления. Говорит, так вот тихонько они и бесятся. Дружбаны. Ну все, вот такие вот дела, ближайшие планы. А пока я буду есть мое яблочко. Крестюша. Ну вот как-то так. Все, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, приятных эмоций. И пока-пока. Крестюша. У тебя ус отклеился. Блин. Да ты в бою ус потерял? Чего у котов усы отваливаются? Надо погуглить. Да, блин. Крестюша, у тебя ус отклеился. Ус. Твой ус. Ой, сейчас вспомнила... Прикол. Ну ладно.
уже в следующем уроке. Пожалуйста, заберите ваш ус. И выбросьте в мусорное ведро. Лапками, лапками. Недовольна. Что ты вообще на столе лежишь? Ну-ка, позоришь мать. Капец. Все. Теперь точно всем пока-пока.